В Нарьян-Маре выбрали «Печеряночку-2017». Одноименный фольклорный конкурс прошел во Дворце культуры «Арктика». Традиции своего народа через песни, стихи и творчество продемонстрировали 7 участниц – ненецкой, коми-ижумской, усть-цилемской и украинской культур. Родилась я в Нарьян-Маре, с каждым днем росла и крепла. Род Талеевых известно был оленным, многодетным. А теперь у нас семья ни бя, ни ся, Ниника, папуко и я. И как средняя сестра, я по-ненецки неня. Юлия Сметанина, участница конкурса «Печеряночка», рассказывает о себе. Визитная карточка – одно из творческих испытаний конкурса, который проводится уже более 10 лет. Этот по счету 7-й. Состязания для девушек традиционные. Знакомство, родословное, рассказ об одном из деталей костюма и творческий номер. Конкурс всегда меняет одно из интерактивных заданий. В этом году девочки на конкурсе «Краснодевица умением» должны были не просто рассказать о предметах быта, которыми женщина пользовалась традиционно в каждой из культур, но еще и показать, как это умение прилагается, как, то есть, как теорию приложить на практике. Поддержать участниц пришли не только родные и друзья, но и творческие коллективы, в которых занимаются девушки. Для молодежи и для семьи он очень полезен, потому что они должны изучать вместе историю своего рода, вот, углубляются в традиционную культуру, даже вот традиционная одежда, свой язык, потому что ну, тут нужно обязательно сказать что-то на своем народном языке, и поэтому они им очень хорошо то, что они как раз с этим сталкиваются, в это вливаются и как раз этим занимаются. Лучше всех с конкурсными заданиями справилась Юлия Сметанина из Нарьян-Мара. Она и стала «Печеряночкой 2017». В народном интернет-голосовании на сайте Чуматеки жители округа могли выбрать свою «Печеряночку». По его итогам первое место заняла Анна Шевелева, представительница коми-народа. Любовь к родной культуре и языку ей привела прабабушка. Это очень важно, сохранять свои корни и интересоваться прошлым своих предков. Ведь если мы этого не будем делать, то это будет все забываться. И что мы скажем своим детям, которые будут интересоваться этим? Поэтому я думаю, что это очень важно. И храните свои корни, не забывайте про своих родных и любите их. Победительниц определили и в различных номинациях конкурса: «Берегиня», «Забавушка», «Сударушка» и другие. Валентина Чибичек, Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».